Если вспомнить цитату из моего любимого произведения «Generation P» Виктора Пелевина, то он там говорил о том, что есть два таких самых главных показателей эффективности всей рекламы, всего маркетинга – это внедрение и вовлечение. И вот геймификация, она как раз способствует вовлечению людей во все происходящие события. На занятиях в нашем институте мы, конечно же, используем деловые игры. У нас, для примера, могу привести, используется такая социальная технология, которая называется «Управленческие поединки». Это когда игроки примеряют на себя роли из деловых ситуаций, пытаются вести переговоры в рамках нахождения в этой роли. Один из попечителей нашего института очень активно использует геймификацию в своей организации в рамках как раз вот реализации программы лояльности. Его клиенты в течение года имеют возможность получать звездочки такие небольшого размера, и эти звездочки являются поощрением за их активный образ жизни, либо за то, что они участвуют, например, в каких-то мероприятиях, проводимых этой организацией. И в конце года идет такой общий подсчет количества звездочек, которые получил каждый клиент, и тот человек, у которого наибольшее количество, он получает какой-то ценный приз. Вот, например, поездка в Англию.